Добрый день! Добро пожаловать в Queen Ethelberga's College. Мне доставляет большое удовольствие показать вам все о нашей прекрасной школе. Высокий уровень преподавания и обучения, каждодневная работа со студентами позволяет добиться высоких результатов, быть лучшим с моим талантом. Я надеюсь, что в этом коротком рассказе вы увидите для себя то главное, что я открыла для себя – теплоту, дружбу и понимание. Queen Ethelberga's College находится в центре Торп Андервуд Холл. Колледж находится между городами Йорк и Харрогейт, и ее территория занимает площадь 100 гектаров. Школа расположена в живописнейших окрестностях. Здесь открываются прекрасные виды. Торп Андервуд Холл, дом Анны и Брамвелл, известных литераторов XIX века, является обеспечителем безопасности уединенной установкой для колледжа. На территории колледжа имеются обширные парки, теннисные корты, бассейн, спортивные поля и конюшня. Колледж также находится недалеко от Северного национального парка Йоркшир, самого живописнейшего места. Новые помещения школы-интерната оснащены современной мебелью. Атмосфера в колледже является самой дружелюбной. Полностью оборудованный медицинский центр доступен студентам школы-интерната и ученикам НАДИ. От Лондона на поезде ехать 1 час 50 минут до школы, а также колледж легко доступен от ближайшего аэропорта и на автомобиле. Колледж имеет свою транспортную систему, которая доступна ученикам на день и для множества школьных событий, Duke of Edinburgh экспедиции и учебные выезды. Колледжи – подготовительная школа для маленьких, готовит детей к средней школе. Тщательно спланированные игровые занятия в начальных классах помогают развитию интеллекта и подготавливают мальчиков и девочек к поступительной в среднюю школу. Прогулки по школьному парку прививают любовь к природе. Обучение через игры предполагает использование игрушек. Например, проводятся так называемые пикники с игрушечными медвежатами. Дети от 5 лет в подготовительной школе обучаются согласно национальной программе. Обучение является разносторонним, задействует все способности детей, а также предполагает обучение чтению и письму. Школьное отделение имеет хорошо оборудованные компьютерные классы и классы для обучения естествознанию. Чрезвычайно плодотворным является музыкальное образование, которое предполагает разнообразные виды деятельности на разных уровнях. Футбол, регби и крикет можно играть в выходные, как подготовительные виды спорта. Конноспортивные состязания являются популярными.
Играя в бассейне, в игры, дети физически укрепляют свой организм, а студенты высших классов улучшают свои способности плавать. Дети, которые были в подготовительной школе, переходят в старшие классы в 11 лет. В старших классах обеспечивается дружелюбная и целеустремленная атмосфера, в которой ученикам легко достичь максимального потенциала. Для студентов-иностранцев предусмотрены дополнительные классы английского языка под руководством опытных преподавателей. Эти классы являются частью общего расписания. Студенты имеют возможность пользоваться богатой библиотекой школы. Успешное обучение математике возможно, если работа с преподавателем в классе дополняется самостоятельной работой и выполнением исследовательских проектов. Студенты, вступающие в среднюю школу, представлены изучением европейских языков. Студенты-иностранцы могут сдавать экзамены на свой родной язык. При обучении географии практикуются поездки по окрестностям Йоркшира и посещение промышленных предприятий, и это возможно благодаря идеальному месту расположения школы. В отдельных корпусах расположены современные компьютерные классы, лаборатории и кабинеты домодедства. Я очень впечатлена этим объектом. Здесь все устроено для детей по высоте и в плане оборудования. Это удивительное место, где дети получают удовольствие, готовя разные блюда. Специально отведенные лаборатории помогают студентам набирать максимальные баллы в исследовательских работах. Кабинеты информатики оборудованы современными компьютерными Pentium, обеспечивающими доступ к интернету, электронной почтой и разнообразие обучаемых образовательных программ. Специальный музыкальный корпус имеет множество классов, где ученики могут развивать свой талант с высокопрофессиональными учителями. У колледжа имеется хор, который имеет большую популярность среди учеников. Территория школы имеет необыкновенную красоту, и эту красоту мы можем выразить в рисунке. Специальные экскурсии в Лондонскую и областные галереи помогают студентам развивать свой талант. Уроки драмы также входят в постоянное расписание. В колледже проводятся уроки драмы, поставляются спектакли. У нас есть новый замечательный театр. Он вмещает до 330 человек. Это просто фантастика, потому что у наших студентов не только есть возможность попробовать себя в выступлениях на сцене, но и изучить технические аспекты театрального производства, работая с освещением, звуком и декорациями. Теперь у нас есть ресурсы, которые может использовать каждый. Это ставить театральное и исполнительное искусство на очень высокий уровень в школе Королевы Этельбурги. Queen Ethelburga's College в
всегда имелись и до сих пор имеются спортивные состязания. Мы проводим спортивные мероприятия, как теннис, в который можно играть круглый год, гребли на каноэ, балет, самооборона и множество других. Добро пожаловать в новый тренажерный зал школы имени королевы Этельбурги. Здесь более 100 новых тренажеров отличного качества, что позволяет более 100 студентам заниматься одновременно. Если вы хотите провести кардиотренировку, здесь есть большой спектр кардиотренажеров. У нас есть тренажеры для гребли, беговые дорожки по всему периметру спортзала. У нас есть различные кросс-тренажеры для выполнения упражнений для верхней и нижней части тела, а также велосипеды, которые можно использовать как часть программы на уроках физкультуры. Я никогда не слышал о школе, в которой есть тренажерный зал такого уровня, как у нас. Студенты могут привозить своих лошадей, а также могут использовать школьных пони и лошадей, и дети могут обучаться верховой езде под руководством тренеров. В колледже также проводятся конноспортивные соревнования. Для выпускников имеется большой выбор курсов. Важным значением для выпускников является помощь с карьерой со знающими преподавателями. Мы хотим видеть своих мальчиков и девочек разумными, уверенными в себе, вежливыми и аккуратными, и тем самым подготовить студентов нашей школы к высокому будущему. Выпускники имеют свой спортивный центр. Студенты могут занять свое свободное время игрой в гольф или катанием на коньках. Пожалуйста, приезжайте в нашу школу и разделите все теплые чувства. Queen Ethelburga's College.